Всем добрый день. Значит, сегодня 28 число, 28 марта. Потеплело, как я уже рассказывал в предыдущей серии. Вот. Значит, что я хотел рассказать. Помните, я давал такие размышления, прогноз на какие будут цены на пакеты на весну 2021 года. Значит, в принципе, можно сказать, я угадал. Цена замерла из расчета 1000 рублей рамка, как и в прошлом году. В принципе, никуда она не пошла, ни вверх, ни вниз. Вот. Поэтому другое дело, что семьи как бы слабые, и все продажи пакетов сдвинулось на 1 мая, на 10 из-за погоды. Вот. Поэтому ранних пакетов не будет. В принципе, они просто не подойдут. Вот. Ну, вот такие вот дела. Единственный нюанс, навезли много объявлений среднеазиатской пчелы, это с Узбекистана. Она дешевле чуть ли не в два раза. Другое дело, что она здесь не жизнеспособная. И на мед ее брать бессмысленно, она не работает. Она разраивается и объем не набирает. Вот. В качестве подсиливания своих семей, да, если кому-то нужен расплод. И если вы будете прививать своих маток, вот, это дешевле, нежели брать семьи с нашей зоны. Вот. А на мед, как я уже говорил, она бесполезна. Вот. Вот такие вот дела. Всем удачи и до новых встреч!